Всем привет! Давно не снимал, сейчас буду снимать. Извиняюсь, что долго не снимал. Так, у этих у нас ложили они все равно яйца. Сколько я не забирал, и домик забрал, все равно не начали нестись. Я положил яйца, а она что-то не сидит на них. Я забрал инкубатор, два вылупилось, аба. Я не рассчитал, короче, положил, они 18 дней вылупляются. А я чуть-чуть положил вместе с этими, с Баумвахтель, те вылупляются 23 дня. И получилось, что эти вылупились раньше, а они сами не кушают и боятся. Ну, короче, погибли они. Ничего не получилось. Ну, в следующий раз умнее будем. Пока она не несет сейчас, у нее пауза. Этих посадил на яйца, он сидит. Подложил ей канарейки, начали нестись. Я подложил ей яйца. Два яйца. Одно яйцо они выкинули, а одно яйцо лежит. Но самочка меняется, а самочка сидит. Не будем пугать. Там у нее, по-моему, я не знаю, по-моему, 6 яичек и канарейки на яйцо. Этих я так не обсадил еще. Не могу определиться, куда их посадить. Скоро начнут нестись. Надо уже определяться быстрее. Там я вроде рассадил уже сейчас. Тут еще пока не повесил гнезда, потому что у нас это мороз обещает вот на этой неделе. Ну, кормлю их пророщенку каждый день. Купим пророщенку. Витаминчики немножко. Они уже хотят размножаться, уже целуются на каждом углу. Так что вот-вот надо будет повесить гнезда. Ну, думаю, на этой неделе, в конце этой недели повесим гнезда. В конце этой недели повесим всем гнезда. Посмотрим, что будет. Пока гнезд нету. Повесил я только канарейкам, потому что они начали нестись в кормушках. Этим поставил сейчас. Этим поставил. И что-то я заметил, вот это вот, что-то какая-то хиленькая, начал пропаивать, чтоб оксикодоз не заработал, а по-моему, что-то у меня точно, немножко похудело, и это, ну, их пропаиваю сейчас, эту неделю буду пропаивать оксикодоза, этим повесил гнезда, пересадил этих мелких, всех сюда посадил, сейчас покажу, этим поставил сейчас гнезда, ну, они вот-вот должны не спить начать. Поставил им гнезда. Ну, они сейчас раз... Там солома забила, они все высыпали, оттуда там тоже высыпали. Вот они гнезда строят сейчас. Пока только строят. Вот оставил вот эту пару. Голубей оставил здесь. Вот этих вот. Попугаев оставил. А это там сидит самочка внутри. Увидите. И вот этих вот оставил. Тут 4 голубя. Одна пара и один птенец у них, и вот это вот беспарный. Ну, найдем парочку ему. Как только заработают наши эти базары, найдем ему парочку. Так что без проблем. Вот отсадил этих. Амадинов всех отсадил сюда. С этими голубями. Пускай здесь тусуются. Но они начали уже везде там, где эти. А попугаев остались, они уже забили там. Смотрю, я им специально ничего не давал. И уже вон там, походу, яйца, мне кажется. Ну, не знаю, короче, там сделали. Мне кажется, не видно. Начали таскать уже, потому что материала нету. Я материала не дал. И они уже начали здесь везде он забивать. Он вот это гнездо лезут большое. И тут, походу, тоже начинает. Надо будет им тоже материал дать и гнезда повесить побольше. Ну, этой неделе сделаем это. Сейчас пропаиваю всех. Всю птицу пропаиваю. Если одна где-то приболела, значит, надо пропаивать всех. Сейчас пропаиваю всех. Каждый день меняю воду, медикаменты добавляю. Ну, если кому интересно, чем я там пропаивал, у меня где-то видео есть, по-моему, там. Этим вот повесил материал, что повесил, тут повесил материал. Тоже пророщенка.
яйцо, бананы, яблоко, всем даю. Вот там сидит канарейка, строит гнездо, красное, вот это вот там, он там, ну не смотрел, вроде нет ничего, ну, не, пока не буду трогать, пока только две пары, вон еще одна сидит там, выглядывает, тоже там вроде яйца есть, ну повесил пару, внес сюда, вот тут вот повесил. Мёс повесил больше, чтобы выбирали. Набил соломой. Ну, посмотрим, что будет. Короче, вот так. Канарейки одних. Канарейки здесь. И две пары голубей. Вот этих вот. Зеленокрылый голубь посадил сюда. Одну пару. И один беспарный у меня получился. Вот этот вот. Он бегает. Самочка его, наверное, что-то погибла. Не знаю, или мороз, может быть, то, что то вроде мороз не сильный был. Ну, короче, погибла она. Не знаю, мне кажется, от мороза. Как-то так. Видео не будет небольшое, потому что пока еще нечего снимать. Как гнезда будут вешать сейчас, эту недельку я все равно пропаивать буду их. Витаминами пропаивать буду. Давай сейчас пропою эту неделю от акцидоза. А потом начнем пропаивать витаминами. Ну и начнем размножение потихоньку. Попугаи уже готовы, они уже пищат и ищут гнезда. Дырочки везде ищут. Грызут все. Ну как-то так, короче. Всем пока, спасибо за просмотр.